Так, Саня сегодня будет с моим жилетом обычным, а я взял себе вот такой вот калипсовский. Это японцы бегают с таким. Тут есть, покажу вам, тут стоит шнурочек, вы дергаете при попадании в воду, либо если вы попали в воду, она автоматически срабатывает. Буду сегодня такой вот жилетик на пояс его кину. Даже удобные кармашки есть. Почему сегодня не со стандартным жилетом, а с таким? Потому что мне очень неудобно, когда камера на груди, сверху жилета, а под жилетом жарко. Ну, вы сами понимаете, что это не всегда удобно. А такой очень удобный, кинул, он не мешает. Готов? Да. Все? Грузимся? Грузимся. Ой, нам как с погодой повезло. Айсберги. Да. Всем привет! Сегодня мы с Саней вышли в море с целью попытать, наверное, поймать плоскую, бычка. С погодой очень повезло, море спокойное сегодня, просто гладь-гладь. И это очень круто. Мы, конечно же, официально выходили, позвонили на причал, договорились, у нас жилеты есть, все как положено. Ну, что из этого получится, сейчас увидим. Саня тянет первую рыбу. Бычок. Он хороший размер. Ой, я пока вижу снасти. Это побольше. Саня ловит на сердце. Я хочу попробовать половить на ферину. Собрал Агеру 5.20 в росте 2.59. Катушка Риоби Зайберг и шнурок 0.8 Риоби Аванти. Классный комплектик. На речке им ловлю жерех. Сейчас вот попробую бычка на него поймать. Поставил 8 грамм. Оп, есть. Ой, хорошо, хорошо зажимал. Вот. Буду кидать их в такое ведерко. Ну что, будем продолжать. У меня уже отгрызли хвост. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо сопротивляется. О, первый кнут. Вот такой вот бычочек. Бычка надо найти вот так, подбросить и по дну. В районе камней, в районе песка. Вот если он есть, он бывает сразу дум-дум-дум. Вот он. Ну, очень аккуратно. Подплыл, заглотил. Этого отпустим. Совсем крохотный. Вот так вот выглядит моя снасть. Тут побольше отвод, тут поменьше. Грузила грамм, наверное, 80, может, чуть меньше. И сейчас на крючки насадим нашу рыбку. Вот такая вот у нас ферина. Вчера купил ее на рынке. Пробиваем один раз, второй раз. Крючки у меня чуть позже покажу. Вот такие вот. Целенькими кусками. Можно кусочками, можно целую. Вот так вот. И заброс можно под лодку, можно чуть дальше.
продолжаем ловлю. Закинул еще два удилища на ферринку. Пока закидывал, был обрыв. Глубина тут небольшая, метров 5. Поклевка так интересно, прям в руку ощущается. Поклевочка. Хочу поставить новую новиночку. Вот такую вот калипсо. Такую личинку. Тоже, да. Она пассивная, но довольно-таки активная у нее игра. Будем проверять сейчас. Ой, хороший, ой, хороший. Аж фрикцион выматывает. Ой, как сопротивляется. Смотри, какой кнутик. Да, не думал, что первая рыбка на эту личинку будет такой. Такой вот большой. Надо руку выставлять, чтобы поместился в объектив на резинку. Первая рыба на вот эту новиночку. Неплохо. Так, открой ротик. Такой вот кнут. Так, после рыбы надо вытирать, а то холодно. Опять такой же. Далеко. Кнут. На гламурные бусинки. Клюнула. Туго идет. Ай, сошла, блин. Камбала была. Блин. Люк был. Реально люк был. Да. Реально тяну, короче. Думаю, что за камень. А у меня это получается. Чувствую, тун-тун-тун, и вылетел крючок. Видно, не всёк вообще. Да? Кончик. И крупная, блядь. Эту личинку вообще так полюбили, я смотрю. Именно в кислотном цвете. Отпусти. Отпусти. Сейчас решил укрупниться. Поставил 10 грамм свин 3 дюйма от Калипсо в натуралке. Буду пробовать ловить какого-то крупного. Ух, какие поддачи. Не заглатывает. Может, мелкий так же самое такой.
очередной раз поменял резину. Ударчик. Ох, это да, опять хороший. Ёй, фрикцион разматывает аж. Кнутик. Ну, опять на новиночку эту. Только я поставил уже намного больше. Маленький, чисто раздразнил его на крупную резину. Так, очередной бычочек на раздразнивание. О, вот это бубырек. Это сурман крупный. Резина эта личинка очень успешная по бычку оказалась. Пробуем в новом месте. Не хочу маленькие червячки. Вы видите, Саня ловит мелких пока. Не хочу мелкую резину ставить. Очередной раз меняем место. Волна немножко усилилась. Клёва нет. Ищем, просто ищем пока рыбку. Пора менять что-то другое. Взял я сегодня довольно-таки немало моделек разных. Чтобы взять, наверное, вот такого червя. Поставить авиара. Той же расцветки фиолетовый. Вера тоже разловил на 10 граммах. Сопротивление дает хорошее. Не, хороший, хороший. Сань, смотри, какой бубырик. Такие неактивные из-за ледяной воды. Бубырик. Бубырик. Тоже без поклевочки. Просто садятся и все. Под лодкой. Прям под лодкой. Ой. Солнышко заработал. Рыбалочка подошла к концу. Собираю агеру. Домик сюда наклоняется. Вот что получилось поймать. Немножко бычка. Буквально на сковородочку. Но тоже хорошо. Попадались и кнутики. Буквально несколько кнутиков. Где-то еще было вот кнутики, бубырики.
Завершилась моя рыбалочка. Довольно-таки интересно было, хоть бычка много не поймали, потому что ветер крутит, и я думаю, на это очень сильно отразилось на клеве. Была одна поклевка камбалы, просто килограмма на полтора камбала сошла. Я ее поднял, и, видимо, крючок вылетел. Все, Саня там уже, мы сложили лодку. Саня меня уже ждет, все. Буду на этом прощаться, все, до новых встреч, пока. Вот сегодняшние мои фавориты, которые вот просто отлично себя зарекомендовали. Была и другая резина, на которую ловил, и другая тоже работала сегодня. К примеру, там свины 3 дюйма, но на них поклевок было гораздо меньше, чем на вот эти вот. К примеру, очень хорошо зарекомендовала вот сегодня вот такие шпротшет в 2 дюймах. Неплохо также показала себя вот такая моделька, первый раз новиночку такую вот ловлю. Для меня это новинка, вот в 2 дюймах. Видел такую крупную резину, для меня это. И вот совсем недавно они были предоставлены на выставке в этом году. Вот такие вот фреи, вот такие вот личиночки. Довольно-таки интересные, они лучше всего себя зарекомендовали. Она довольно-таки объемная, получилось. Это не просто тоненькая, это довольно-таки объемная личиночка. И она, думал, паук у нее щуки тоже понравится. Но вот тестировал на бычке, и бычку она вообще зашла. Вот в 2,5 дюймах, в кислоте и вот в таком вот цвете вообще лучше всего. Вот сегодня ловила. Вот я ставил ее, и это. И, кстати, самый крупный бычок был пойман на вот такую личиночку. Поэтому вот так вот. Обязательно хотел вам показать это, потому что важно подводить итоги в конце каждой рыбалочки.